Всего существует 9 вариантов проезда. Рейсовыми автобусами можно добраться из городов области до Гусева. Оттуда с городской площади до поселка Лермонтово будут курсировать маршрутки с интервалом в 5 минут. Конечно, самый комфортный вариант – личный автотранспорт. На месте проведения реконструкции будут организованы парковки. Для удобства водителей в этом году на дороге будут дежурить экипажи ДПС и эвакуаторы. Также будут регулировать железнодорожные переезды и светофоры в Черняховске. Напомним, фестиваль «Губининское сражение» начнется 22 августа в 10 часов утра, а завершится 23 в 7 вечера.